Итак, что ж, всем привет, с вами снова Михаил, мы продолжаем проходить игру Batman Arkham Asylum. Понятно все это. В общем, в предыдущей серии мы, как обычно, продвигались по этой, в общем, территории этой лечебницы. Поисках, в общем-то, следов Гордона и Харли Квинн, который, в общем, его поймал в плен. Кто-нибудь видел гадкого мыша? И направились до медика, в общем, этого центра медицинского. С ним медблока, где, в общем-то, она у нас находится. Он и есть идиот. Как всегда, Джокер свои шуточки высказывает по радио местному. В общем-то, пытаюсь пройти через главный ход, но не получилось, там путь заблокирован, и теперь придется искать обходной какой-то путь. Понять нужно будет, как оттуда попасть. В этот центр попасть. Нет, блок этот. Сохранник, что ли? Так, есть. Так, ну что ж. Ладно, пока думаю, это оправимся. Головки разгадывать не буду пока что. Больше ничего такого новенького открывать не буду. Пока думаю, займемся тем, что будем идти по сюжету. Дамы и господа, о. Есть тревожные сообщения о вторжении летучих мышей в лечебницу Джокера. Позвольте напомнить, что ваш гражданский долг истреблять таких грызунов. Они не должны вернуться до материи. Так, ну ладно, идем дальше. Ищем как раз... О, нашли наконец это место. Так, ну перед этим, когда думаю, сейчас когда вернусь, сейчас я обследую эту крышу. Наличие каких-нибудь секретных мест, секреток всяких. Ну, стоит сделать, попробовать. Так, а если попробовать мой экс фотографировать? Объект не найден. Потому что вдруг что-нибудь да что-то пропустил здесь. Я просто сижу здесь, смотрю. А, вот да. Если кто-то из вас, дорогие, отвернутся. Легко. На такой и слепой сам бы наткнулся. Так, ну приз об этом билде спиной, потом все посмотрим эти призы. Отдельно, может, даже видео сделал просто так вот. Интересно. Нет, моя к этим фотографировать не нужно, чтобы одну очень загадку разгадать. Так, ладно, идем дальше. Все-таки уберем. Попадем к кому все-таки этот, в общем-то, часть этого лечебницы, медблок. Внутрь, точнее, этого здания. Здесь пока больше ничего нет полезного. Все остальное потом дома достанем. Когда будет возможность еще раз побегать там снаружи. Пока что попадаем в медблок. Идем дальше по сюжету. Не отвлекаясь пока что на дополнительные другие задания там, связанные с Риддлером. С другими вообще персонажами. Обыщите каждый дюйм медблока. Я не шучу. Проверьте каждую комнату, каждый офис, каждый мусорный ящик. Если так. Еще один доктор выберется из здания, то вы в нем останетесь навсегда. Я напущу в комнату веселящего газа и брошу вас подыхать. Черт, может быть, по-любому так и сделать? Весело. Ой, да. Весело просто. Просто жать можно. Ножу не могу. Ладно, идем дальше по вентиляции. Сейчас как раз я думаю, когда слазю в одно место. И вот как раз где-то Риддлер взять нужно будет. Если, конечно, не пропущу это место. Надеюсь. По-моему, где-то тоже будет проход. Ошибаюсь. А, вот он. Как раз в то помещение попадем. Не в ту часть помещения, да, вот она. И там у нас находится призыв Риддлера. Следующий по очереди. Точнее, даже самый первый в этой локации. Мини-локации. Мид-блоки. И, в общем-то, идем дальше. Сейчас придется, в общем-то, стелс-мище пройти. Спасти, в общем-то, некоторых там работников мид-блока этого. Такая первая серьезная стелс-мисси будет. Спускайся к остальным! Шлись! Хорошо, хорошо, я слышала. Уже иду. Зачем раз, два, три, врачи? Четыре. Я обязан спасти их. Все, четыре, в общем-то, десять говняка засели. Нет, пять даже. Марика, молния даже сверкает, красиво. Это атмосферно даже очень. Так, не знаю, как попробовать этого гада.
Черт, зря, конечно, не спрыгнул так вот. Это нужно как-то спуститься на него сверху. Попробовать. Чтобы не заметил никто. Надеюсь, никто не видит. Так, это нас сверху уходит. Я думаю, сейчас мы это с этим внизу разберемся. Побыстро, пока тут нас вверху лазят. Привет. Марик, посмотрел. Но, слава богу, не успел предупредить никого. Так, теперь этого. Красавчик. Все тихо, самое главное, чтобы никто не успел крикнуть. Не за как, в общем-то, привлечь внимание свое. На то, что Бэтмен здесь поблизости находится. Так. Я пора думать заниматься этими двумя друзьями этими. Так, это может что-нибудь так подорвать, прямо в этой комнате. А этого подвесить? Думаю, так и сделаем. Так, пометим-ка. Прям под ним. Так, и... Эту подвесим сейчас, вот, а другого взорвем. Что тебе сказал? Что я могу выбрать любого из вас, когда он закончит? Отлично, всех вырубили. Помещение очищено. Пожалуйста, для вас все позади. Может, это все. Вот такая вот тактика. Стелсовая. Так, ну что ж, поговорим, думаю, пока что немного. Или кто не хочет пока говорить с нами? Ау? Не знаю, что произошло. Мы проводили вечерний обход. Вдруг в комнату ворвались вооруженные головорезы и взяли нас в заложники. С ним был кто-нибудь еще? Они повели кого-то в лифт, но я не видела, кто это был. Они явно не хотели, чтобы за ними шли. Похоже, лифт отключили специально. Здесь вам будет безопаснее. Мы справимся. А что с остальными? Мы слышали выстрелы. Может, они погибли. Нужно помочь им. О боже, я совсем забыла. Доктор Келлерман был в смотровой, а доктор Чен отправился в хирургию. А доктор Янг пошла в рентген. Понятно, вы оставайтесь здесь. Я найду остальных врачей. Бэтмен спас нас. А я раньше не верила, что он и правда существует. Я вытащу тебя. Все будет хорошо. Так, отлично, спасти этих врачей. Теперь пора отправляться на поиски спасения других врачей. Да, неплохо, что мы там двоих последних обезвредили, одного, в общем-то, оглушили, не знаю, то ли, а фиг, вот этим, в общем-то, взорвали над ним двуглавой, в общем-то, часть этого потолка, этой комнаты. И у него обрушился, в общем-то, части, это эти, и обездвижили, вырубили. Другого подвесили просто. Одновременно сделали все это. Так, ну ладно, идем дальше. Пускай здесь кое-какие колонки, дверь разгадаю. Точнее, помню, что, в общем-то, они здесь имеются. Так. Да, вот знак вопрос один вижу уже. Сейчас будет взорвать эту платформу. На всякий случай, чтобы было виднее лучше. Что нужно здесь делать для того, чтобы разгадать эту колонку. Так, вот точки. Как нужно вот наверх забраться и посветить. Так, сейчас мы... Во! Знак вопроса, в общем-то. Сфотографируем его. И загадка разгадана. Вот так вот. Еще на разгадку. Хотя знаки Риддлера, возможно, находятся, если не ошибаюсь. Все проверим быстренько. Давай, вниз падай. Лежи там пока. О, знак Архима. Точнее, да, знак Архима или как там, хроники Архима. Четвертый. Мое путешествие продлилось чуть более месяца. Я посетил ученых в Метрополисе и Кейстоуне, и передо мной открылся мир новых идей. Я возвращался домой в прекрасном расположении духа, предвкушая встречу с женой и детьми. А потом я стоял на коленях в крови родных, не в силах удержать окровавленными пальцами осколки своей жизни. Да, вот такая трогательная история основателя этой лечебницы. Так, по-моему, сюда может спуститься, да? Ну да. Возможно, как раз вентиляция мог находиться еще и знаки Риддлера, эти упростительные значки. Так, ну что-то я вообще ничего не вижу здесь. А вот как раз разгадка еще одной головоломки. Сейчас, значит, в общем, с Риддлером. Как раз это камера, бывшая камера Крока. Убийцы Крока, которому мы встречали, если не ошибаюсь, в финале. Точнее, не в финале, в начале. Бэтмен Арки Моришинс.
даже, в общем-то, били с ним. Первый был босс, в общем-то, игры. Ну и здесь, конечно, вначале тоже встретились. Вообще, фотографировали эту камеру, да, я разгадка, в общем-то. Разве нет? Так, биография круг убийцы. Ждем на паузе. Да, жуткий, конечно, здесь очень жуткий этот монстр. Выглядит, конечно, он просто устрашающе. Не то, что в Арке Моришнес, где, конечно, мне кажется, он слишком такой, не знаю, не такой страшный, как здесь вот именно. Именно внешне выглядит, конечно, страшнее. Да и уровень с ним, в общем-то, тоже хоррор напоминает немножко. Так, отлично, разгадали головоломку. Так, что у нас здесь еще имеется? Посмотрим сейчас быстренько. Может, какие-то знаки Ридлера найду. Хотя, что-то здесь я не вижу вообще ничего. Хотя есть челюсти. Так, вот знак Ридлера вижу. Так, вот еще знак Ридлера спрятан. Так, отлично. Этот ответ ты нашел. Извини, но это было так легко. У меня времени не было. Да, ты любые отмашки найдешь, Ридлер. Чтобы сказать, что ты просто не прав и слишком глупый. А не умный, на самом деле-то. Ай, Бэтмен тебя умнее все-таки будет. Всегда найдет любую. Загадка разгадает. Так, помню все тогда. Здесь пока что все закончено. Пока что. Потому что у меня нет пока нету ни Бэткогтя, ни других, в общем, главное, что для того, чтобы на тесто другие, в общем-то, вещи, знаки Ридлера, там, загадки разгадать. Хотя, по-моему, здесь больше ничего не должно быть. Посмотрю-ка, по загадкам Ридлера. Так, ну да, больше ничего не подсвечивается. Ладно, отправляемся дальше тогда. Здесь мы все нашли. Потом, в общем, поищем, когда будет возможность, другие, знаю, это вещи. Так, где все? А, вот. Так, им пару раз вниз нужно направляться тогда. А вот сюда нужно морг отправиться, чтобы найти, в общем-то, Гордона. Ну ладно, пока пролимся вниз. Будем спасать, в общем-то, тех докторов, которые там внизу оказались в опасности. Которых, в общем-то, попали, поймали в плен. Заключенные Блэкгейта. Дружки Джокера. Точнее, его свита. Так, надо замазать это можно. Так, это мертв у нас. Разрешите представить вам блестящую работу нового главы отдела исследований доктора Пенелопы Янг. 2 года назад она присоединилась к нашей компании. А рентгеновская комната, Пиксеры. Просто рентгеновская комната, идем там была, сходим к Янг. Добрый вечер, Архим. Сегодня мы поговорим о человеческом разуме. Как понять и лечить такую сложную материю? Вот в чем вопрос. Цель проекта «Титан». Это тоже очень важный такой информация. Изучение наших особых случаев. И сюжета. Мы стремимся исцелить тех, кому не повезло. Самых слабых. Тех, кто физически не способен выдержать наших методов лечения. Проект «Титан» выведет нашу лабораторию на мировой уровень. Если вам или вашим близким грозит нервный срыв, вам помогут в одном из учреждений, гарантирующих полную безопасность пациентов. Ладно, освободим-ка доктор Янг. Так, Тройнес там без оружия, видимо. Находится колдыри, наверное, вход во входа в этот в комнату рентгеновскую. Мы сотрудничаем с больше. А вот и доктор Янг. Это точно. Меня пусть оперируют, когда захочет. Я слыхал, там уже целая очередь. Напомни-ка, почему она нужна Джокеру живой? Привет. Получил ублюдок. Да уж, отдубался их хорошенько. Один присест. Так, отлично, справились. Так, что у нас здесь нет ничего каких-то вентиляций? Потому что может быть что-то здесь спрятано, что я могу не заметить. Нужно включать иногда зрение детективное. Очень полезная штука для того, чтобы найти всякие там потайные ходы. Зачем вы так поступаете? Я сделала все, что вы хотели. Посмотри на меня.
Думаешь, мне не потрох? Кончай ныть и прочисти уши. Так, вот как раз одну дверь вижу. Джокера, мне приказано пришить тебя на карте, но только что мне нужна другая вот штука. Да коготь нужен более мощный. Должен сказать, босс серьезно подошел к делу. Так, раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Ну что ж, начнем поиск. Так, тихонечко можно спуститься, чтобы не заметили нас. Я понимаю, что для этого, как вы говорите, дело, нужны друзья. Я хочу знать, почему выбор пал на меня. Джокер назвал меня? Могу я с ним поговорить? Я уверена, мы разберемся. Так, если мне придется повторить это еще раз... Сейчас взорвем их. Я тебе сделаю очень больно. Поняла? А теперь заткни пасть! Если и поспите. Он поговорит. Да. Я сказал, поспите. Вот, вот, в общем-то, зря вы это не послушались. Что происходит? Они говорили так, будто взяли власть. Неужели Джокер на свободе? К сожалению, да. Но это ненадолго. В тот раз я не один месяц изучала дело Джокера. Надзиратель четко дал понять, что я должна вылечить пациента. Плохая пресса испортит ему предвыборную кампанию. Это меньше из его проблем. Боже. Чуть не забыла. Они говорили, что обшаривают здание. Они охотятся за врачами. Не беспокойтесь, доктор. Вас я уже вытащил, а теперь проверю другие комнаты. Ну ждите да. Здесь. Там очень опасно. Так, здесь ничего нету больше в этой комнате. Кроме знака Архима. Часть медперсонала все еще нуждается в помощи. Ну да, знаем. Кроме знака Архима наверху, пока ничего нету, но... Здесь больше ничего нету, но вот... в общем-то, мне нужен для этого бэткоготь специальный, такой улучшенный. Если не ошибаюсь, да. Так, ну ладно, тогда отправимся дальше. Нужно спасать других докторов. Надеюсь, в общем, за эту серию я успею все это сделать. Да, точно пока все получается. Ох, Марика. Отлично, челюсть уничтожили. Проект «Титан» дает нам шанс повысить сопротивление. Это повторение, что ли? Предыдущие записи. Первые результаты вселяли надежду, а появление пациента X стало настоящим прорывом. Благодаря пациенту X началось полномасштабное внедрение процесса «Титан». Спасибо нашим спонсорам за такую возможность. У нас есть пациент X. Ну, скоро мы все знаем, что за пациент X такой. Так, Риддер отлично. Присточный Риддер. Так, не спускаться там можно. А, либо здесь можно пройти дальше. Делаем ее больницей номер один в штате. Прогресс ни в коей мере не обошел это учреждение. Так. И мы уверены, что наши передовые технологии. Точнее, не помню, что такое за комната. Посмотрим сейчас. Добро пожаловать. Так, можно вернуться обратно. А, нет. Это как раз на комната 11 чен находится. Так, ну так знак головоломка, я разгадаю то. Наверх, в общем, потом сберемся и все это сделаем. Очень такая легкая. Для меня вот. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ладно, ну что ж, давайте спросим. Кого-нибудь спросим? Бэтмен. 8 это что-то? Или нет? Не надо слов. Ты в безопасности. Но это ловушка. Знаю, но только для меня. Это правда? Ты величайший в мире сыщик. Как тебе это удалось, Бэтс? Что за черт? Быстрее туда, ребята. Посмотрим, оценит ли он прямой удар в челюсть. Уворачивайся, идиот! Получай! Ничего вы ждете? Первого апреля! Бегом туда! А как кидать кого-нибудь, получается что-то? Это
Что-то у меня не хилка, что добавили, ну ладно, никто неплохо справились. С всеми этими индюками. Не раздувайся от гордости, Бэтс. Я тебя пока тренирую. Считай это анонсом гвоздя программы. Умоляю, вытащи меня отсюда. Ай, ладно, спасаем доктора Ячена. Из плена. Рифм уже получается. Просто. Прости. Я пытался предупредить тебя, но не мог говорить. Успокойся, теперь все позади. С этим отребьем я справлюсь. Ну да, это очень для нас это не проблема. Они все словаки. Так, не знаю, здесь комбы какие-то добивающие, когда комб, в общем, да, добирается какое-то определенное количество. Тогда быть должно быть добивающий комбом. Я что-то не знаю, не получается его использовать в этой игре. В Арки Моржинс, конечно, я что-то лучше получилось. Так, ну это пока не получится здесь пройти. Придется нужно искать. Точнее, нужно один гаджет для того, чтобы сюда пройти. В общем, взять знак Ридлера этот. Для этого нужно будет секвенсер найти. Так, ну, сфотографируем вот эту как раз таблицу. И ищем головоломку разгадана. Еще одна. Так, молчун биограка. Посмотрим, почитаем. О новом преступнике. Томми Эллиот. Так, отлично. Еще одну биографию открыли, еще одну головоломку разгадали Ридлера. Да, идем, в общем, за последним доктором. Так, этого мы спасли, он отдыхает нас. Теперь пора отправляться за следующим доктором, спасти его. Последний, в общем-то, нашу целью в этой серии, наверное. Всех пациентов просим сохранять спокойствие и медленным шагом вернуться в палаты. Так, все, что ли? Но два старых знакомых, пока говорите, кто это, не буду. Возможно, что-то не проходил эту игру. Хотя, мне кажется, вряд ли что-то не прошел такую великолепную игру про Бэтмена. Но все равно, пока что не буду спойлерить. Скоро мы узнаем, кто эти два знакомых старых. Ну да. А старых знакомых, конечно, да, еще то. Это очень мягко говоря, потому что один знакомый был в Arkham Origins, если не ошибаюсь, а второй там как раз его не было. О, привет. Давайте. Я тебе. Отлично. Быстро уложили их. У этих говняков даже с перепомнится. Добро пожаловать в Аркхэм. Мы здесь, чтобы помочь. Так, улучшение, отлично. Думаю, что я перезапущу запись на всякий случай просто. Из-за того, что мне там. Что-то, не знаю, просто лайки какие-то начались. Так, отлично. Что там за улучшением? Так, улучшение. Че прокачать в первую очередь? Так, костюм либо какой-нибудь ударчик. Решающий удар, может, как раз это нужно. Наверное. А, да, бросок комбо мне сейчас доступен стал. На отрешающий удар, конечно, пригодится, думаю. Тогда, думаю, прокачиваем его лучше. Пока что. Потом костюм будем прокачивать. Так, биографии персонажей. Так, отлично. Ну, ладно, идем дальше. Раз, два, три, четыре. Руки кверху, жопу шире. В комнате вяз, капитан Крюк там, не вылетит. Не понял, там уже был больше их. Или их всего двое было, или я. Кэш, что случилось? Тревога в медблоке. Я услышал крики, нашел врача на полу. Попытался помочь, но комната заполнилась газом. Двери заблокированы, мы не можем выбраться. Не знаю, сколько еще продержимся. Какая отвага. Давайте протянем мистеру Кэшу руку. Ему еще одна не. Ай. Когда я отсюда выберусь, ты у меня посмеешься. Да улыбнись ты, я просто дурака валяю. Не терпится отплатить тем же. Плюн на него, Кэш. Ты можешь включить вентиляцию? Я пытался, не выходит. Он заблокировал удаленный доступ. Ладно, я что-нибудь придумаю. Ага, мы что-нибудь придумаем, не волнуйся. Бэтмен не впервые такое.
Так что ладно. Джокер заполнил помещение газом, а мы попались в ловушку. Я-то здесь могу хоть всю ночь торчать, а вот док что-то неважно выглядит. Ничего, вызовем их. Ну да. Нифига, конечно, газом комната заполнилась своим этим веселящим или чем там. Так, отлично. Чуть не попасть. Так-то. Ладно, очистим комнату от газа этого. Бэтмен, не знаю, слышишь ли ты меня. На пол показывает, что вентилятор номер один подключен. Ну да. Я не хочу упасть. Бедолага. Хотя какой ты бедолага-то? Ай, так, ладно. Включаем второй сейчас этот. Что-то вентилятор. Ну, шарика все-таки лумы. Через нужно снять. Так, второй театр, точно. Док, у него все получится. Скоро мы отсюда выйдем, не волнуйтесь. Давай, скорее. Ты же видел, что эта штука творит. Ну, прощай. Так, и последний где-то вентилятор должен быть. Если не ошибаюсь. Так, вот последний вентилятор. Не волнуйся, не будешь мучиться. Ага. Ну все. Как сюрприз! Бэтмен все-таки успел! В следующий раз, Кэш, я просто пристрелю тебя и думать не буду. Ага. То есть посмотрим, кто еще будет не думать и думать. Так, Аарон Кэш, но биография открылась, отлично, как раз этого. Не знаю, как называют его, крюка. Капитан Крюк. В общем-то, да. Потому что у него вместо одной руки крюк, в общем. Ну это ту руку ему просто отцапал этот крок убийца. Откусил. Даже не подавился. Да не враг, убийца крока. Вот так вот. Так, плюс еще здесь у нас имеется одна головоломка. Точнее, разгадка головоломки. Сейчас посмотрим, в общем-то. Так, по загадкам Риддлера. Ну да, вот как раз помечается. Что, светлячок только что из-под пресса? Это, в общем, надо сфотографировать газету, на которой изображен этот светлячок. Так, ну это как раз с Джокером связано. Гарфилд Линкс, Escapes and Blaze. Смотри, Гарфилд Линкс, по-моему, был этот как раз светлячок, который при этом встретился, в общем-то, нам в игре Batman Arkham Origins. А, как раз он был там одним из убийц, нанятым, в общем-то, Джокером, переодетым, в общем-то, черной маской. Для того, чтобы убить Бэтмена. А вот как раз здесь, в общем-то, нам встречается штука в качестве биографии, можно не прочитать и, в общем, загадку разгадать насчет его. Вот так вот. Гарфилд Линкс. Или светлячок, или Firefly, точнее, по-английски. Так, биография на светлячке. Не знаю, так, конечно, он не выглядит в игре. В игре он по-другому выглядит. В Arkham Origins именно. Но... Конечно, противник вообще тот, конечно, был. С ними так легко было справиться. Пироманьяк Гарфилд Линкс. Ну да. Пироман. Любящий, в общем-то, этим баловаться всякими рода фейерверками и тому подобными вещами. Из этого, в общем, пострадал сам и был полностью почти что обожжен. Ну, 90% тела было покрыто ожогами было у него. Из этого, в общем-то, из его маньячности. Любительством пироманьяка. Любительством, в общем-то, баловаться всякими фейерверками там подобной хренью. Так, ну ладно. Получил, в общем, то, что заслужил. Таким образом. Что заслужил, то и получил. Так, ну что, все нормально с вами? Так, у вас здесь ничего нету больше. В чем дело? У меня связь отрубилась вскоре после того, как ты привез Джокера. Не знаю. Мы его запираем. Он бежит, гибнут люди. Побыть бы наедине с этой тварью хоть минутку. Лучше тебе этого не делать, он еще тот маньяк. Так, аудиозапись, в общем-то. Первая аудиозапись этого Риддлера. Беседа с пациентом номер 21. Имя Эдвард Никва, также известен как Риддлер. Итак, Эдвард, надзиратель Шарп сообщил мне, что ты опять выцарапываешь на стенах загадки с угрозами. Доктор Янг, видеть угрозы в безобидных загадках – признак паранойи. Можно вам одно загадать? Ну, давай. Кто сначала ходит на четырех ногах, потом на двух, а потом на трех? Человек.
Младенец ползает на четвереньках, взрослый ходит на двух ногах, а старик пользуется тростью. Неплохо, только это всегда дитя. Да, сначала он бегает на четвереньках, но отрежьте ему ноги, и оно поползет на двух точках опоры. Дайте ему костыль, захромает на трех. Видите? Это ужасно. Как ты можешь шутить о таких вещах? Спокойно, доктор. Это не мое дитя. Ну да, ненормальный, точно псих какой-то. Об этом шутить, конечно, не стоит вообще. Даже заикаться. Так, пока тут не попасть, можно, конечно, коготь будет пригодиться для этого случая. Чтобы решетки снимать, в общем-то, туда зацепляться. Хотя, вообще, можно, наверное, заканчивать серию. Думаю, потому что уже так-то 30 минут прошло. Так вот, была первая серия. Добро пожаловать в Паркхэм. Мы здесь, чтобы помочь вам. Я взял места возле ринга. Харли уже тащит попкорн. Ух, не могу дождаться. Ну да, жди, жди. Просим сохранять спокойствие и медленным шагом вернуться в палаты. Добро пожаловать в Паркхэм. Мы здесь, чтобы помочь вам. Когда Амадей Аркхэм остался... Отлично, вырубили два. С ножиками. Хайдурка. Так, ну займемся через теми. Отлично. Так, что ж, можно, конечно, закончить на этом серии, так думаю. Что дальше, когда в общем дальше туда отправимся. Там кое-что произойдет. Снова начнется миссия стелсовая. Так, а что у нас здесь? А, вентиляция заново. Так, ну ладно, тогда думаю, стоит, когда думаю, закончить на этом. Как говорил, сейчас начнется. Хотя, если будет сравнение, к этому, я думаю, закончим. Ты нашел их? С ними все хорошо? Да, сейчас они в безопасности. Бэтмен, у нас новая проблема. Мне нужно вернуться. Все записи там. Нельзя, чтобы Джокер до них добрался. Доктор, это слишком опасно. Остров – зона боевых действий. У вас нет ни шанса. Это дело всей моей жизни. У вас нет права. Я отведу ее туда, Бэтмен. По-моему, пришло время расплаты. Я против этого, но... Кто вызвал лифт? Это не мы. Он идет с нижнего этажа. Кэш, бери доктора Янг. Найди ее записи, а потом укройтесь в безопасном месте. Остальные скорее в смотровую. Забаррикадируйтесь внутри. Он говорит, что он где-то здесь. Рассредоточиться! Так, ну что ж, можно, конечно, закончить на этом так-то, на этом месте серию. В общем-то, разберемся с этими бедолагами, потому что не бедолаги, потому что они просто не знают, кто такой Бэтмен, на что он способен. В общем-то, видите, разберемся с ними, как раз, думаю, в следующей серии, которая будет отсчет уже пятая. Надо пока что все, с вами был Михаил, всем удачи, до скорой встречи, всем пока!